Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя, и сегодня у нас прям Тигр Мэйл такой вот насыщенный, потому что все такое пухлое, бандерольное, вот, и четыре письма, ну, если можно так сказать, да, очень долго билась за них, очень долго их ждала, просто вообще не могла никак дождаться. Это вот у нас, кажется, 11 числа, а еще пришло, сегодня у нас 16-е. Это 9 числа пришло, это у нас пришло, сейчас скажу, 11 числа, и последнее у нас пришло 10 числа, вот, так что ждала очень долго своего почтальона, забывали про меня они там, и сегодня только наконец-таки утром принесли, вот, и хочу начать с маленького письма, самого тонкого, чтобы как-то побыстрее перейти к самым большим, от Воробьёвой Елены из города Тейково, Ивановская область. Надеюсь, правильно произнесла все. Вот, очень классная марка, кстати. Дом-музей Васнецова. Очень классная марка. Вот, а прикольно здесь так сделано, штампиками такими классными, вокруг света. Клёвые. Сейчас вскрою и посмотрим, что у нас здесь. Кажется, здесь только письмо. Итак, да, здесь у нас, кажется, только письмо. У меня, кстати, тоже такая бумага есть. Прикольно. Да, вот так вот украшена здесь маркой «Морская почта». Классное письмо. Вот, обязательно прочитаю его за кадром. Сейчас вкратце посмотрела. Вот, и... обязательно на него отвечу, уже прям так хочется ответить на него. Хотя у меня в запасе еще неотвеченных 7 писем. Вот, я взяла себе на неделю перерыв, потому что очень устала в день по несколько писем писать. Вот, у вас много, я одна, не успеваю никак. Вот, и теперь с этой недели начну писать ответы дальше. Так, не знаю, с чего начать, наверное, начну с этого письма. Это от Насти, которая прислала мне мой первый фолдер, тот огромный. Она спросила, можно ли мне прислать еще одно письмо, и чтобы я уже потом на эти два письма в одном ответила. Вот, поэтому давайте посмотрим, что же там такое. Итак, а внутри у нас вот что. Кажется, здесь что-то просто потрясающее, и у меня прям... уже руки дрожат от волнения. Так, о боже мой! Боже мой, здесь такой шикарный фолдер. И рисунок просто потрясающий. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, это же просто сказка. Вообще, очень-очень красиво. Люблю стиль такого рисунка, когда вот так вот полосочками просто штриховкой делается. Очень-очень красиво. Спасибо большое, большое-большое спасибо. Повешу себе здесь на рабочий стол обязательно, вот, и буду думать о тебе. Вот. Жди от меня ответ. Тоже что-нибудь тебе нарисую. Вот, поэтому мой ответ будет долгий, пока вот закончу отвечать на такие короткие письма, да, в основном. И потом уже приступлю к такому большому письму, чтобы тебе тоже было приятно. Какая красота, посмотрите. Боже мой, я вообще не знаю, как тебе ответить на это все, чтобы тебе тоже так было приятно и интересно. Так, здесь у нас карточки невероятной красоты, посмотрите, что у тебя за принтер, я просто не представляю. Ого, мама мия, посмотрите, как красиво. Да, это карточки. Ого. Ого, ого. Люблю так эти иллюстрации. Они такие космические. Сейчас. Вот. Еще. Еще. О, киты. И вот такие вот две. Ой, мамочки. Боже мой. Это сказка. Мне кажется, что это не меня прислали. Что, как
Как можно было заслужить такую красоту? Так, здесь у нас на липучке, представляете? Здесь липучка. Ну, будете угорать, здесь липучка такая крепкая, что оторвалась не она, а клей. Блин, жалко, надо потом обратно будет приклеить. Итак, вот такой вот фолдер. Какая красота. Посмотрите, здесь какие теги. Здесь теги с лисичками. Их можно как закладки использовать. Да, вот так вот они сделаны. Так, вот спрячем. И здесь тоже такой вот тежик. Так вот он сделан. Здесь тоже лисички. Такие клевые. Так, не залезает. Вот так. Теперь открываем вот так вот. Ух ты, вот это раскладушка. Здесь, ой-ой-ой. Здесь такие маленькие кармашки, и у нас тут находится. Сейчас попробую открыть. Вот так вот. Да, здесь у нас находятся всякие маленькие-маленькие вырезки, как я понимаю. А здесь у нас находится. Сейчас посмотрим. Здесь у нас какие-то карточки. Так. Так неудобно. Сейчас, секундочку. Так, первый карман я вскрыла. Давайте посмотрим. Здесь у нас. Ого. Смотрите. Такие вот классные. Это, кажется, наклейки. Да, это наклейки. Ух ты. Прикольные такие балетки. Велосипед. Потом такой вот тортик. Затем чашечки чая. Пироженка. Еще пироженка. И последний у нас несколько. Здесь у нас чемодан. Затем у нас чайничек такой идет. И последнее у нас велосипед. Обожаю велосипеды. Ливю. Теперь давайте не заклеивается, смотрите. Вот, держись. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь распечатки всякие разные. Затем еще есть распечатки. Ух ты, какие красивые. Смотрите. Ежевика, обожаю ежевику. Затем есть вот такое. Такое. Я просто обожаю вот этот Инстаграм. Не могу, у меня много всяких картинок сохранено. Есть русская девушка, которую тоже я обожаю, она в этом стиле снимает, но в последнее время что-то она не выкладывает фотографии. Тоже безумная красота. Вот такие вот, кажется, две наклеечки handmade. Кажется, это наклеечки. Да, вроде бы. Затем идут вот такие вот еще. Еще такая. Здесь вам видно. Такая. Такая. И вот такая. Даже есть захотелось. Фрукты, фрукты, скорее бы лето. Так, во втором кармашке у нас маленькие теги добавлены. Здесь у нас теги под дерево. Теги вот такие вот нежные. И такой вот полосатый. Да, вот. Мне кажется, голубой самый классный. Вот этот вот прикольный, да. Далее сейчас разверну. Как-то так вот аккуратно. Просто не могу, боюсь все испортить. Ой, здесь еще два конверта, представляете? Вот еще два конверта. Так, в этом у нас тоже что-то такое маленькое, а в этом так поддеть. Вот. Да, а в этом у нас тоже что-то еще маленькое. Ух ты, боже мой! Тут целое семейство кроликов.
Я обожаю кроликов. Просто, не знаю, душу за них готова отдать. Мои любимые маленькие малыши. Господи, если бы кто знал, как я люблю кроликов, это просто, я не знаю, умереть можно. Посмотрите, какой малыш. О боже мой. Боже мой, боже мой. Малыши. Смотрите. Чёрненький малыш, не падай. То есть что такое? Кролики, они же прыгучие. Ну вот, убегают от меня. У меня в детстве были кролики, у нас была целая ферма кроликов. Ох, если бы вы знали, как я их обожала. Просто. Я умирала за каждого кролика, который у нас был. Так, затем во втором конвертике у нас... Сейчас посмотрим, что. Надеюсь, не кролики, а то я здесь вообще с ума сойду. О май гад. Посмотрите. Лимончик. Маленькие птички. Боже мой. Настя, ты просто, я не знаю, ты ангел. Ты мое сердце разбила этими малышами. Такими маленькими, такими хорошими. Ой-ой-ой. Лимончик. Малинка. Ежевика, прикиньте, ежевика и груши. Вообще шикарно. О боже мой, меня удар хватит. Так, здесь у нас что-то интересное. Ух ты! У нас здесь карточки. На этих карточках можно писать записи или же клеить их как карточки для адресной строки. Посмотрите, как классно, какая красивая. Смотрите. Боже мой. Это просто прелесть. Вообще вот это вот супер. Это скреп-бумага, как я понимаю, потому что качество как у скреп-бумаги. А может быть, ты сама опять распечатывала это. Ну, я не знаю, у тебя, наверное, там супер-пупер принтер или какая-то машина. Потому что я первый раз вижу такую домашнюю печать. Хотя, возможно, ты делала это в типографии. Итак, теперь самое интересное, наверное, как я понимаю, это письмо. Оно, кажется, вот так вот вытаскивается. И под ним остается такая рамка. Вот. О, смотрите, здесь даже цветочек есть. Очень классно. Да, вот оно письмо. Так. Вот, да. Вот оно. Так. Ох ты, какое большое. Как классно. Теперь буду отвечать. Думаю, это займет несколько месяцев, хотела сказать, несколько дней. Вот. Ух ты, посмотрите, какая верста. Вау. Односторонняя. Ну ладно, ничего. Думала, двухсторонняя. Класс. Класс. Просто класс. Вообще. Настенька, представляю, сколько ты трудилась над этим всем. Это просто какое-то чудо. Произведение искусства. Вот, дай бог тебе огромного здоровья. Вообще счастья. За все вот это добро, что ты вложила и трудилась, только время потратила на меня. Вот, это все так неожиданно. Для меня это просто лучший подарок. Не знаю, столько здесь тепла твоего, столько здесь внимания, труда. Ой, просто я в шоке огромном. Большое-большое тебе спасибо. Вот, и обязательно жди от меня ответ. Вот, и еще раз спасибо, у меня нет слов, просто нету. Так, следующее у нас идет из Сыктывкара от Ивановой Н.
Как же много у меня друзей в Сыктывкаре, вы не представляете. Это просто, не знаю, наверное, один из любимых городов уже, потому что я мечтаю туда попасть. Столько друзей заводится там каждый раз. Я не знаю, почему так. У меня еще так с Казанью. Вот, ну, Москва в счет не идет. Это Москва. Вот, а почему именно Сыктывкар, я даже не знаю. Мне кажется, там самые классные люди живут, потому что у меня двое близких друзей оттуда. Мы уже общаемся более 10 лет с ними. Они не справились с этим пакетиком. А нет, для бумаги, вот, поэтому. Ух ты, здесь что-то такое. О боже, здесь столько всего. Пакет еще мягкий, мне все казалось, что здесь, не знаю, что-то прям вот мягкое-мягкое. Сейчас посмотрим, что здесь. Итак, здесь, во-первых, идет письмо. Вот оно. Такое вот письмецо. Вот. Большое письмо. Ух ты, на три листа, вообще классно. Обязательно напишу ответ. Липуня. Кажется, о! Липуня, опять Липуня. Посмотрите, как классно. Наклейки очень-очень классные, красивые. Посмотрите, прелесть просто. О, красота. Просто, не знаю, очень красиво. Спасибо большое. Так, что же это такое мягенькое? Это что? Что это? Представляете? Вы представляете, что это? Вот это что было мягенькое. Это пастила. Так. У нас она идет с кусочками мармелада. Такая мягенькая вся. Во, спасибо большое. Так прикольно, не знаю, неожиданно получить сладость какую-то в бандерольке, тем более пастилу, это вообще неожиданно. Очень неожиданно. Спасибо большое. Большое-большое спасибо. Так. Последнее, что у нас идет от Вероники. Вероника, кажется, уже третье письмо присылает. Вот. И мы с ней очень хорошо общаемся ВКонтакте. Вот она. Иногда шлет мне такие маленькие приятности. Я даже не знаю, что здесь. Вот, еще где вскрыть. Здесь что-то такое очень тяжелое. Кажется, здесь типа книжки что-то. Итак, вот что прислала Вероника. Это просто... Вероника, тебе делать нечего, правда. Уже который раз делаешь меня счастливой. И я не ожидала, что ты пришлешь это. Я думала, ну, открытка будет там или наклейки опять, да, какие-нибудь классные. Но нет, это уже вообще просто. Это нечто. Такие вот мандалы, еженедельник, волшебный год. То есть каждую неделю, как я понимаю, здесь можно будет заполнять разные мандалы. Надеюсь, ого! Надеюсь, я правильно произношу. Мандала, кажется. Очень красивые, да. Медитировать можно будет. Такие прикольные здесь вырезки. Вот. Я забыла, как называется. Я забыла, как зовут автора вот этих вот девочек. Вот. И, кажется, есть даже блокнот с ее разными иллюстрациями. Да. Прикольно. Даже конфеты есть такие. Ничего себе. Да, далеко автор пошел. Знаменитые очень. Вот письмо. Очень классно, что здесь есть письмо. Самое главное. Оп, не падай. Так. О боже, Липуня! Дважды Липуня! Вау! Гляньте, какие клевые! Такой сердитый. Вот, классный очень. Очень классные. Пригодятся. Спасибо большое. Даже фон можно использовать как карточку. Вот. Я фанат Липуни. Вот. Вы меня подсадили на эти наклейки. У нас, кстати, таких нету. Так, где же начало письма? А, вот. Вот начало письма. Вот. Так что, вот так вот. Жди от меня ответ. Обязательно тебе пришлю. Вот. И спасибо тебе за такую замечательную книгу. Очень классно. Да, здесь просто вот на каждую неделю. И также есть для заметок места. Вот, самые разные. Кажется, больше ты ничего не вкладывал, чтобы не потерять. Да. Вот, такие классные рисуночки здесь.
Очень-очень классно. Вообще подарок шикарный. Такие вот разные для медитации рисуночки. Успокаивать будут меня. Юху! Вот, спасибо большое всем за замечательные письма, бандероли. Сегодня просто какой-то праздник, у меня второй день рождения. Вот, все ждите ответы от меня. Вот, не обещаю, что будет быстро, но вот для каждого напишу ответ обязательно. Вот, еще не бывало такого, чтобы я не отвечала. Вот, всех люблю, целую, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока.